Всем привет! Сегодня продолжаем историю из жизни фикусов в моем доме. Сейчас покажу, что я купил сегодня для них. Вот, смотрите, вот как выглядят два фикуса. Вчера был полив очередной. Еще один лист, видите, пожелтел и осыпался, по-моему, вот с этого фикуса. Здесь маленько они просто свернулись в трубочку, но не упали. А с этого уже второй лист упал. Вот такой опрыскиватель сегодня приобрел в цветочном магазине. Вот такой, посмотрите. Небольшой объем на пол-литра. Это просто, чтобы опрыскивать листья и корни, полив вот этих прикорневых участков растений. Сейчас налью сюда вот этой воды, питьевой, хорошей. И покажу в действии, как работает этот опрыскиватель. Я беру опрыскиватель, вот так его открываю. Вот видите, здесь трубка, тут какая-то насадка. Непонятно, не знаю для чего, но видимо так должно быть. Наливаем воду аккуратно. Вода комнатной температуры, ни в коем случае не холодная. Комнатная. Комнатной температуры. Ну, целую не будем наливать. Так достаточно такого объема. Теперь снова завинчиваем вот этот колпачок. Вот все завинтили. Вот столько воды достаточно на первый раз. И сейчас будем с вами опрыскивать. Зимой опрыскивать, как и поливать. Думаю, что раз в неделю достаточно будет. Опрыскивать листья, крону. Так, а почему не идет вода у нас? Не пойму. Ой, пошла, родная. Пошла. Неожиданно пошла. Листья, их же тоже надо, понимаете, обрыскивать вот так вот. Вот. Они любят воду умываться. Умываться должны листья. И вот таким образом слегка их раз в неделю вот так влажную уборку проводим листьев. Ну, заодно можно маленько вот прикорневую систему слегка увлажнить. Все. Вот так, видите, выглядят теперь листья. Вот. Посмотрим, что будет дальше. Пригодится ли нам вот этот опрыскиватель. Следите за видео, подписывайтесь, кто еще не подписан на мой канал. Пишите комментарии, ставьте лайки. Особенно жду комментарии от тех, у кого дома растут такие же фикусы. Может быть, они поделятся секретами, как ухаживать за ними, ну и так далее. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. До новых встреч.